сейчас мы узнаем, какие традиции и обычаи присущи празднованию Навруза в Таджикистане. Много, вот сейчас за кулисами мне только об одном рассказали, по-моему, очень интересные обычаи в некоторых горных селениях Таджикистана. Молодые люди, канун праздника, у хозяина, которого точно выдали, пытаются очистить его хлев. Если у них это получается, хозяин угощает молодого человека. Не получилось? Ну что ж, тогда молодой человек вынужден угощать хозяина сам. Ну, получается, что невеста, девушка достается наиболее сноровистому и хозяйственному претенденту. Мне кажется, очень разумный обычай. Ну, а сейчас на эту сцену выйдет коллектив из Таджикистана. Собственно, они уже на сцене. Шанс, так называется эта группа, в переводе с фарси «Солнце». Встречайте. Солист, заслуженный артист Республики Таджикистан, Набавар Чанора! Just on him, the guy.